Привет, народ! Меня по-прежнему зовут Blacks Infinity, вы по-прежнему на моем канале, и сегодня мы посмотрим с вами первый трейлер 10-й части фильма «Форсаж». Погнали! Что ж, давайте посмотрим. Very hard. And yet here you are, building this magnificent family. Жесть, Дизель постарел что-то за 2 года. Доминик Торетто. You're about to learn all about fear. Пиздец мощный. You built such a beautiful life, filled with love. Это кино, бля. I never got that chance. You stole that from me. My future. My family. And now. Будет. Ха-ха, бля. Пиздец, шедевр, нахуй. Peace by peace. Ебать мыло. Бля, что за хуйня? What's the plan, Dom? I'm not sure anymore. One of us might not come back from this. We have to fight. Never accept death when suffering is owed. Что там происходит уже нахуй? Бля, что-то мыло там невероятное какое-то. Winning used to be about winning. We raced for respect. Бля, я еще ожидаю хронометраж в 4 часа какой-нибудь лютый. Бля, это уже выглядит как супер форсаж, бля. Они сделали пародию на пародию, блядь. Let's race! Ебать, это еще Rocket League. Still know how to drive? What do you think? It's showtime. We go. Game recognizes. Хуя актриса. Ебать, нихуя. I'm coming for you, son. Бля, ебать, придумали. Here they come. You will never be able to break my family. The morning sunshine. You gotta be kidding me. Начало, конец, конец. Чё, блядь, там написали? Конец пути начинается, блядь. Бля, ну они весь фильм как бы в трейлере показали, если чё. Это как с «Форсажем 9» будет, типа, в трейлере... Ну, ржачно было, а потом пришел, а там уже в трейлере, блядь, все показали, и в кино ты, бля, оставшиеся 1.5 часа сидишь и зеваешь, нахуй. Бля, ну нормально. Хотя я бы не сказал, что «Форсаж 9» прям калом был, он такой, ну, типа, ну, на 6. Я вообще на выходе 7 поставил. Но там и эйфория была от марафона тогда, еще марафон, помните, мы делали? Там эйфория была от марафона, и потом в зал пришел. Ну, мне, если честно, скучненько было, но я 7 поставил за ржаку, но потом я понизил.
Я там на стриме чем-то пересматривал, я до 6 понизил, но мне больше понравилось, чем Хоббс Шоу, на самом деле. Вот. Ну а так просто я сравнил, типа, восьмая часть, она поугарнее была, чем девятая, намного. И я поэтому решил понизить. Вот. Ну ладно. Ну что ж, я посмотрел трейлер Форсажа. Не знаю, что даже... Я не понимаю, что можно сказать про этот трейлер. Вроде все понятно было по просмотру. Вот, тут намечается опять что-то ржачное, интересное и крышесносное. Да. Поэтому... Не знаю. Ну, конечно, надо в кино такое смотреть дома. Но дома с пивом. Дома с пивом, в кино с друзьями. Вот вердикт. Я, конечно, пойду, если у нас подвезут. Ну, должны подвезти. По плановой схеме, вот. Ну, а так, в принципе... Ну, базовый форсаж последних времен будет. Как девятая, восьмая часть. Вот, если вам не нравится уже такое, не идите. Если вам вкатывает, идите. Вот и все. Тут, ну, тут все понятно по трейлеру. Как бы я уже объяснил свое мнение. Вот. Ну, с вами был Blacks Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой Twitch, где мы смотрим фильмы, играем в игры. И вся такая, ну, короче, много там что происходит, движа на мой Twitch-канал. Группа ВКонтакте, где все анонсики, постики, ревьюшечки и так далее и тому подобное. Инстаграм. Можете также оформить платную подписку. Все преимущества можете посмотреть, кликнув по одной из ссылок, которые там указаны, собственно говоря. Ну и все, с вами был я. Всем удачи, пока, берегите себя. Покедово.